Наличие индивидуальных средств защиты по-прежнему остается обязательным атрибутом каждого человека. Усложнившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии, к сожалению, ввела ряд серьезных корректив в нашу обычную размеренную жизнь. На предмет исполнения антиковидных ограничений сотрудники МВД Абхазии проводят масштабные проверки в местах массового посещения граждан. Общественный транспорт, торговые точки, предприятия общественного питания. Не остаются без внимания базы отдыха и гостиницы. Коронавирусные патрули, в состав которых помимо правоохранителей входят и представители администрации и сотрудники районных СЭС, проверяют соблюдение требований распоряжения президента о мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции. Я не чухнусь, соблюдает все меры безопасности. Это вам. Спасибо. А вы не уходите? Все должны обязательно соблюдать все меры безопасности. 1,5 метра дистанция должна быть. По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар, за прошедшие дни целевые предупредительно-профилактические мероприятия проведены на территории популярных курортов всего Гагрского района. Сотрудники районного управления внутренних дел из числа подразделений милиции общественной безопасности уже посетили свыше 50 гостиниц, пансионатов и отелей, среди которых расположены в Пицунде Самшитовая роща, Литфонд, Объединение пансионатов курорта Пицунда и другие. Проверили десятки кафе и ресторанов, а также самые посещаемые организации розничной торговли. В связи с распоряжением президента и приказом министра внутренних дел совместно с администрацией и службами санэпидстанции проводятся ряды мероприятий по общественным местам, масочный режим, дистанция. Кафе, общественные места, супермаркеты, гостиницы, санатории – патрулируется сотрудниками ППС, ежедневно все это мониторится, люди предупреждаются. В целом большинство людей ведут себя законопослушно. Нарушения есть, но правоохранители системно проводят и разъяснительную работу, и проверки. Владельцам и руководителям торговых точек, гостиниц и отелей сотрудники милиции вручают под роспись рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, в которых расписаны все санитарные требования. Также правоохранители напоминают жителям и гостям Гагрского района о необходимости соблюдения социальной дистанции и обязательного использования средств индивидуальной защиты.